Ну все, доча, садись, игрушечки раскладывай. Вот наше место нижненькое. Здрасте, я тоже в этом купе еду. Вы, наверное, что-то перепутали? Вы на моем месте сидите. Здрасте, морда! Мам, у той тети есть жвачка. Я тоже хочу. Слышь, дай моему ребенку жвачку. С чего вы взяли, что она у меня есть? Я видела, что ты надувала пузырь. И чё? Это была последняя. Чё ты врёшь? Просто жадничаешь жвачку для ребёночка. Да, жадина, говядина. Какой ужас, я не хочу быть жадиной. Вы меня раскусили. Девочка, давай руку, я дам тебе жвачку. Ты чё наделала? Совсем что ли? Я просто не хотела быть жадиной. Вот и поделилась с вами последней жвачкой. Слышь, это ты тут людей дырявишь? Здравствуйте, не дырявлю, а делаю качественные проколы. Да какая разница, уши прокалываешь? Конечно, вы имеете в виду мочку уха? Ну естественно, разве в ушах можно еще что-то продырявить? Вообще-то да, ну ладно, опустим подробности. Ну отлично, у тебя тут хоть все чисто, чтобы заразу никакую не подхватить. Конечно, все инструменты стерильны, а прокол я делаю одноразовой иглой. Так, стоп, какой еще иглой? Что за прошлый век? Это специальная игла. Не надо мне никакой иглы. Давай пистолетом. Ни один нормальный пирсер не сделает вам прокол пистолетом. Так а мне и не надо. Я вообще-то дочку привела на прокол. Вон, та моя дочка спит. Ей надо уши продырявить. Вы что, издеваетесь? Ваша дочь еще очень маленькая. Ей целых 7 месяцев уже. Затянули мы с проколом ушек. Люди уже думают, что она мальчик. Нельзя прокалывать уши ребенку в таком возрасте, тем более, как вы хотите, пистолетом. Все можно, всем прокалывают, и я хочу своей дочке проколоть, тем более, что ее бабушка уже подарила ей сережки золотые с цветочком. И ставить свежий прокол золота тоже нельзя. Что ты заладила? То нельзя, это нельзя. Всем прокалывают уши пистолетом, и все нормально. И да, мне тоже, когда прокалывали, золотые сережки ставили, и все прекрасно зажило. Я не буду прокалывать 7-месячному ребенку уши пистолетом и вставлять туда золотые сережки. Ну и пошла ты. Я в нормальное место обращусь и там проколят так, как я скажу. А ведь и правда, большинство проколят, потому что им только деньги нужны. Тетя, а я красивая? Какой ужас! Чего ты орешь?
Ой, доченька, какая ты у меня красивая! Да, я просто тоже захотела макияж и нашла у тети косметичку. Моя ты умничка! Это очень дорогая косметика! Ваша дочь сейчас намазала себе на лицо несколько тысяч! Ой, она просто играла в принцессу и немного накрасилась. Чё тут такого-то? Вы сказали, что ваша дочь спокойная и ничего не тронет. Ну так никакого шума и не было, она просто спокойно накрасилась. А про то, что она ничего не тронет, я такого не говорила, нечего свои вещи разбрасывать. Я не разбрасывала, моя косметика лежала в шкафу. Ты что, лазила по шкафам? Мам! Прекрати орать на мою дочь, надо было ей интересное занятие придумать, ребенку же скучно. Не надо было ее таскать с собой на макияж, вы теперь мне должны за косметику. Не буду я тебе ничего платить, моя дочь просто игралась, подумаешь, косметика. Она испортила дорогущую палетку теней, разлила тюбик тонального крема, сломала несколько помад и истратила пару блесков для губ. Я просто хотела стать принцессой! Вы обещали, что ваша дочь воспитана и будет вести себя хорошо, но... Подумаешь, косметика, тебе жалко что ли? Ты же визажист, у тебя этого барахла навалом. Это все стоит немалых денег. Вы должны компенсировать мне ущерб. Ты сидишь дома, делаешь макияж за бешеные деньги. Тебе жалко немного косметики для ребенка? Жадоба. Да, жадина. Да, жалко, потому что я не просто сижу дома. Я работаю, и для этого я очень много училась. А теперь я покупаю дорогую качественную косметику не для того, чтобы чей-то ребенок ее просто испортил. Овца, я всем расскажу, что ты плохой визажист. И то, что ты детей не любишь. Да, пожалуйста, только оплатите, пожалуйста, ваш макияж и ущерб, который нанес ваш ребенок. Быстро мне бутылочку полусладкого оформи. Конечно. Предъявите ваши документы. Я не